Три века прокуратура стоит на страже исполнения законодательства и координирует деятельность по борьбе с преступностью. Свой профессиональный праздник они, конечно, на рабочих местах. В этой сфере она уже 12 лет защищает интересы детей. За каждым делом реальные судьбы, а потому работать необходимо со стопроцентной отдачей, говорит Елизавета Оченева. Мальчику мы одному очень сильно помогли, Саша. Был мальчик такой, вот, у него была очень неадекватная мама, и этот Саша в 14 лет от этой мамы ушел в приют. Был такой худенький, у него такие щечки были впалые. А когда через 3 месяца его папа забрал, вот, ну, у него просто папа еще был, и когда у него папа забрал, у него такие щечки уже кругленькие были, хорошенькие. Вот, ну, то есть, вот, и потом он очень... До 18 лет дожил с папой, поступил на юридический факультет, как он тогда сказал, типа, я вот посмотрел, как вы работаете, тоже захотел стать юристом. Многим кажется, леди с железными нервами. Но тут знают, без сочувствия к чужой беде в этой профессии не задержишься. А самое главное, необходимо найти общий язык с людьми. Самое главное – это стрессоустойчивость. То есть, когда ты можешь в отношении каждого человека выстроить правильную линию поведения, потому что, ну, опять же, все по-разному себя ведут, и тебе нужно с каждым человеком находить общий язык. Самые громкие дела – убийства и мошенничество. Для хрупкой женщины в погонах каждый судебный процесс – победа, если удается добиться справедливости. Сотрудники прокуратуры также участвуют в рассмотрении гражданских дел. Прокурор защищает права и интересы сирот, малоимущих, пенсионеров. За прошедший год, как и прежде, приходилось решать много сложных и ответственных задач. И в 2022 год сотрудники надзорного органа вышли с хорошими показателями. Количество преступлений, зарегистрированных на территории Бердска за 2021 год, уменьшилось, в том числе и IT-преступления. Активно правоохранительными органами Российской Федерации принимались методологические приемы для отработки противодействия, то есть именно на системной основе. Они потихоньку стали реализовываться. Нарабатывается практика, нарабатывается механизм раскрытия таких преступлений, поэтому мы видим вот такой вот системный рост именно раскрываемости данных преступлений. Ведомство было создано 300 лет назад специальным указом Петра I для гласного надзора за чиновниками всех рангов, чтобы препятствовать нарушениям закона и противодействовать коррупции. Функции прокуратуры спустя 3 века остались неизменными. Прокуратура города Бердска была создана в 1944 году, тяжелое военное время. С тех времен на пост прокурора города Бердска было назначено 16 прокуроров. Вот. Которые, я считаю, что за весь период времени каждый из них добросовестно исполнял свои обязанности. Он посвятил любимому делу всю свою жизнь. Проработав в прокуратуре много лет, передает свой профессиональный опыт действующим сотрудникам ведомства. Юрий Еременко говорит, настоящий специалист – это не профессия, а призвание. В прокуратуру Бердска он пришел работать в 1984 году. Здесь отработал 25 лет, а после назначили прокурором Советского района. Эти 25 лет стали наиболее, пожалуй, наиболее ценными с точки зрения опыта, работы с коллективом. Так что я их вспоминаю с удовольствием, как самые теплые годы работы, которые, в принципе, научили меня многому вот, в прокуратуре Бердска. Конечно же, не сам я набрался опыта, были старшие коллеги, старшие товарищи. Мартьянов Петр Семенович – это один из немногих работников прокуратуры Российской Федерации и Советского Союза в свое время, который за плодотворный труд был награжден орденом Октябрьской революции. Что бы хотел пожелать работникам прокуратуры города Бердска, которые сейчас работают, прежде всего, это неукоснительное исполнение тех обязанностей, которые на них возложены. Это надзор, надлежащий за исполнением федеральных законов на территории города Бердска. И крепкого здоровья им и их семьям. Хотел бы также поздравить коллектив прокуратуры города Бердска, действующий сейчас состав с этим действительно знаменательным праздником 300 лет. Не каждой структуре в Российской Федерации исполняется. И более того, хотел бы поздравить пенсионеров-ветеранов органов прокуратуры. Дай Бог здоровья, и чтобы нашими деяниями действующих сотрудников они могли бы тоже гордиться. С праздником!